Всего несколько часов осталось до игры, и мы решили не тратить время зря, а прогуляться по городу. Одно это делать не так интересно, поэтому сегодня вместе с нами защитник Рубина Иван Темников. Гулять никуда не ходили. Вот единственное, что вчера на футбол сходил, на Реал Мадрид Манчестер. Сумасшедшая атмосфера. Давно мечтал на таком матче побывать. Сегодня вечером игра. Вань, осталось несколько часов. Какое настроение в команде? Что ребята делают? В атмосфере? Да я думаю, ничего не меняется. Просто более собран. Особо шуток таких нет. Все в своем. Кто-то как-то по-своему настраивается. Я думаю, потому что у каждого свой настрой, мысли свои в голове. Страха не должно быть, я думаю, и тревоги. Почему? Может, малейшее волнение перед игрой должно быть, но только выходишь на стадион, на поле, оно пропадает. Ну а теперь отпускаем Ваню вместе с командой готовиться к игре и дальше продолжаем сами. Ну вот мы и дошли до стадиона Висенте Кальдерон. Прямо здесь находится музей футбольного клуба «Атлетико», и пройти мимо просто невозможно. Здесь собраны все трофеи футбольного клуба «Атлетико». Красота такая, что комментировать ничего не хочется. Давайте просто посмотрим. Мадрид по праву может считаться столицей парков, площадей и фонтанов. У этого празднуют победы болельщики королевского клуба «Реал Мадрид». А это Нептун. Именно сюда приходят болельщики «Атлетико» после громких побед своей команды. Наступил вечер, уже довольно прохладно, но этот город особенно прекрасен ночью. Вы когда-нибудь гуляли по ночному Мадриду? Предлагаю составить мне компанию. Thank you.